Всем привет, с вами Роман. Продолжаем прохождение Сталкера с дополнением Большая Зона. Так, гроза опять начинается. Тут все обыскали, сейчас пойдем до Сидорича. Укр. Что-то такое, типа. Плохо, понятно. Чего-чего? Подождите. Хатент. Я что-то прочитал НАТО. Так. Ё-моё, сколько народу-то положили. Еще с вертолета фигачили. Сволочи. Надеюсь, они потом новое население сюда подгонят. Пока я лазю по всяким сусекам. Так, сейчас подготовимся к дальнему переходу, потому что там... А, там еще он воевать придется на той стороне. С документами. Вряд ли мы обратно уже сюда вернемся. Спица, зараза. Чем продадим? Лишнее это все. Так. Бутылки. А, давайте артефакты сначала мы все сдадим. Все вот так это. Ох ты, слишком много. С места даже не двигается. Так. Эх, зараза. Так, нам надо... Надо нам дать ему все это барахлишко. Сайга. Дроппи. Подождите. Вообще, по идее, у него патронов-то побольше должно вылазить. Ну-ка, еще посмотрим. Десятка. Вот это вещь. Уж мне ее лучше вместо дробовика использовать. Повреждение. И повреждений больше показывает, чем на дробовике. Удобность побольше, точность повыше. Скорострельность без изменений. А, дробовик тогда продадим. А, что возьмем из этого? Печенек? Или калашников? Калашников убитый в хлам. Печенек. Вообще, по идее, такую тяжелую фиговину с собой брать-то как-то в дальний поход. А, давайте мы печенек все-таки. Или... Калаш. Все-таки он получше будет. Его оставим в ящике. Печенек продадим. Так. Тем больше, что притащил? Что патронов больше. Тьфу, каких патронов. Денег дадут больше. Вот эту бадью еще можно продать, гранатомет револьверного типа. Вряд ли мы где-то на него здесь патроны найдем. Так. Неплохо. Почти еще 12 тысяч. Еще 12 тысяч где-то набрать. Снайперку можно оставить. Сейчас разберемся. Нам за барахло навалили всякие артефакты, вот эти всякие кабанячие руки ноги можно продать. Ну, уж не факт, что когда мы сюда вернемся, тут хоть что-то останется. Так, вот это, конечно, вещь хорошая, но где мы на тебя столько патронов напасемся? Так, какой ты патрон используешь? 5.45. Ух ты.
Вот эту вещь оставим тогда, да? И Сайгу. Вот этот продадим, вот это вот тоже. Ага. Но вот это вряд ли тоже где-то патронов накопим. Да и что-то его ведет сильно вверх. Есть что-то? Да есть, есть, ты не волнуйся. Так. Артефактики. Неплохо. Так. Хороший товар. Еще чуть-чуть. Я не понял. А где комбинезон наемника? Ты чё, Сидорович? Куда комбез сделал? Вот я не помню, нам еще надо будет сюда возвращаться, нет? Пуши бросать здесь столько вещей. Вот так бы всегда. Неохота, потому что этот зараза. Так. Вот это, пожалуй, здесь оставим. Хотя. Их перевес слишком. Слишком перевес. Сейчас мы продадим все лишнее. Соберемся и в путь дорогу. Так. Дорогу дальнюю идем. Так. Патроны. Так, все, что не используем, продадим. Так. Неплохо, молодец. Я доволен. Еще бы ты недоволен был. Вот снайперка нам пригодится, там через военных прорываться. Может, неплохо. Быть, даже хороший товар. Вернемся с хабаром. С хабаром еще, может быть, вернемся. Неплохо. Хороший товар. Так, ты у нас используешь 9.19, а тут у нас 9.18 дофигища. Нам столько не надо. Неплохо. Хороший так. Товар. Что у нас? А, это вот этих две. По весу. Хотя, черт его знает. Ну, военных, если что, так. Давайте-ка мы... Хорошо. Ну, будет еще, заходи. Вот эту обуду тоже продадим. Хотя его можно использовать вместо вот этой. Вместо... Так. Все-таки, блин, жалко оружие продавать. Не... Молодец. Я доволен. Ладно. А, 9.18. 9.19, вернее. У нас почти не осталось патронов, да? Блин, пока их все сюда... Дробовик, ой, Сайга, КСМ, тут все тут оставим. Какой же тебе запас нужен, интересно, а? У нас есть хоть что-нибудь к нему? Или придется с боем вырывать? Так. Шестьдесят две. Так,
Прям как к сафари готовимся. А, у него нет таких патронов. То есть у нас будет всего 6 выстрелов. Сколько там? 6, да, по-моему, осталось только. Просто действовать аккуратно. Сайгу с собой возьмем. Братан, ты не врубаешься? Мне нужен реальный товар. Да иди ты нафиг. Восемь. Так, попробовать этим. Тебе чего надо? Продать. Нет, стоит, молчит. И с собой взять. Жалко. Пускай пока будет. Я что, за тебя говорить должен? Запас карман не тянет. Шибись, я же все патроны выложил. А он использует такие же патроны, что и та скорострелка. Оружие убрал? Да. Так. Тогда. Вот эти патроны нам тут не нужны. Ах, вот это все придется тоже. Кому мы там продадим? В этом самом. По подземельям, когда шариться-то будем. Некому, правильно? Так. Ну, вроде собрались. Ну, не стесняйся, говори. Тут тайники какие-то. Вот где вот тут тайник? Я так и не нашел. О. Печенек. Новенький. Короб патронов. Короб невидимка. Для этого, наверное. Так. Тайник. Может, здесь? А, он показывает, что вот тут. Так. Ты там уже 3 часа. 3 часа уже. Ну, 2:30, допустим. Но тут нет ничего. Где-то, может быть, пропустили еще что-то. Но я ничего не вижу. Так. Опа. Блин. Человек-паук недоделанный. По крышам еще тут улазить. Нету тут ни хрена. Обманули, сволочи. Ладно. Там где-то еще тайник показывает. Так. Вроде ничего не видать. А что за фигня такая? Что там на километр в землю еще что ли вкопано? Так. Ну нет уж ничего. О. Ну ты явно не тайник, одна банка консервная. Правда, на крышу залезть как-нибудь. Здесь-то нет дальше прохода. Опа. Так. А на крышу не попасть. Подождите, чердак. Чердак.
Ну, мы же тут были уже, по-моему. О, точно. Но он пустой. Ох, рюкзак забрать нельзя, а? Так. Что-то какая-то фиговина непонятная. В общем, убираемся отсюда. О, вроде народ возвращаться стал. Я здесь вечно стоять не буду. Так. Опа. А, свои. Это хорошо. Ой, а вот это вот плохо. По кому вы там стреляете? Эх. Опять на бандюков, что ли, охотитесь? Точно, по-моему. Да сколько ж их можно выкуривать отсюда? Чё? Источник ресурсов. Так. Так. Опаски сейчас захаваем. Настя терминатор. Где там гранаты? Ввязался на свою голову. Так. Где-то еще. Так. Еще один бандюкан где-то, да? Ну там, надеюсь, без меня. Так. Ты сколько всего? Новенького и интересного. До встречи. Сюда. Так, это было. Так. Да пошел ты! Тут бы начина... Да ты чё, а вот это уже не прощается. Оружие убрал? Оружие убрал? Слишком вы, сволочи, обнагрели.
Так. Так. Какие интересные патроны у него. Для снайперки, что ли? Так. Ух ты, собаки. Придется вернуться. Вернуться. Ладно. Сейчас дадим это все. Ой, работодателю, блин, нашему. Ух ты, какая хреновина интересная. Теперь бы это еще все дотащить. Так. Может, пистолет какой получше найдем? Этих сволочей сейчас. Вот уж нагрузились, так нагрузились. Там-ста-там-ста-там-ста-там-ста. Опа-на. Да, но так не пойдет вообще. Нет, это тоже что-то не то получается. Оружие убрал? Да иди ты в баню. Оружие опусти, мужик. Так. Тик. А, это тут, по-моему, валяется. Другой. Так. Что, все, что ли? Перегруз. Ну-ка, если им сейчас что-нибудь сплавить. Блин, ходишь об оружие, запинаешься. Давай быстрей. Так. И еще кое-какое барахличко. У нас какое-то из вот этих, да? Ух ты, черный ястреб. Видать, хорошая штука. Ты заманал, понял? А! Я здесь вечно стоять не буду. Чмошник. Прибить тебя мало. Так. Опять перевес.
Да чё ж за фигня-то, а? Чёрт, сколько можно ждать? Все в отличном состоянии. Блин. Долго жду. Я валю. Сколько можно ждать? Какого барахла бы выкинуть? Там еще... Блин. Долго жду. Я валю. Да иди ты в задницу, а. Оружие убрал. Оружие опусти, мужик. Ух ты, на пояс можно повесить. Не балуй. Оружие спрячь. Давай-ка без шуток. Прячь оружие. Давай-ка иди в задницу. Мужик, ты оружие-то спрячь. Так, короб. Блин. Долго жду. Я валю. Так мы тебе невидимые патроны продадим. Ух ты. Такое я еще не видел. Так меня достать! Да ты что, скотина, охренел? Ведь и не прибьешь, потому что с теми война начнется. Я валю. Скоты. Так. Давай быстрей. Где этот мудак номер два? У него уж денег нет. Прицел какой-то. Граната. Блин, жалко оружие оставлять. Давайте его спрячем где-нибудь. Так, у нас... Я не собираюсь тебя ждать. Марта, да? Я здесь вечно стоять не буду. Гидро. Мужик, ты оружие-то спрячь. Видать, поубойней. Так. Жалко оставлять, зараза. Чё ж там столько весу-то, а? Так. Если мы часть патронов расставляем... Ага. Хрен, мы его уже стреляем. Ладно. Чмошник, повезло тебе. Там еще какая-то заначка. Так. Банка с энергетиком? Нет, не берется. На первом этаже, наверное. Так. Так. Ни хрена нету. Надеюсь, это того мудака в ловушку затянуло. Возвращаемся с уловом.
Не, ну это доисторическое царство. Лучше уж вот это. Или на тебя патроны другие не идут. Мне интересно. Идет выброс, зашибись. Вовремя он идет. Я ж все вот эти фиговины потрачу пока. Да беги ты, дебил. Жизнь дороже. Где этот мудак Сидорыч закопался? Чуть-чуть осталось. Ну давай же. Давай, бегом, бегом, бегом как-нибудь. Ну вперед. Мудак, давай, давай, давай. Ты как шваркнет. Костей не соберешь. Один в один успел. Костюмчик. Надеюсь, тех чмошников прибило. Пойдем потом посмотрим. Так. Под патрон. 5.56. Это вот этот, наверное, где он тут? Я же разрядил. Вот этот патрон-невидимка. Обойма на сколько я не посмотрел. Ладно, самое что получше оставим. Вот это продадим. Одну из них оставим. Что получше так? О, наконец-то. Так. Неплохо. Хороший товар. Хорошо. Так, костюмчик. Главное, чтобы костюмчик сидел. Куртка кожаная. Вот этого будень. Так. Куртка кожаная. Так, не то. Так, потом. Не вот так бы всегда. На ночь глядя. Ух ты, это вещь, а. С ней бегать можно. Вот эту вещь можно, конечно, оставить. Но все же с собой не потащишь. Ну, здорово. Ну, удачной охоты, сталкер. Вот эту штуку с собой возьмем. Чтобы не отсвечивать сильно. Ну, здорово. Тебя оставим здесь. Комбинезончик. Так. Неплохо. Патроны для хороший товар. Хорошо. Вряд ли но найдем. Будет еще, заходи. Мы оставим ее здесь. Это
БП. Ну, проветришься, заходи. 7.62 БП. Так, как здесь патроны сменить? Смена патронов, смена патронов. Так, сейчас найдем. Так, это сетевая игра, нет, скриншот использовать. Прибор ночного видения, интересных строй нет, надо посмотреть. Так, активировать задачи, активные, так, оружие. Оружие из того, сменить тип патронов, о. Значит, те патроны не на него. А это хреново, кстати. Вернулся? Посмотреть хоть какие в нем патроны-то. И чем они от этих отличаются. А, ну видно, что другая этикетка. Но эти, по-моему, тоже под снайперскую винтовку настроены. Так. Так, ты у нас на 19 патроны, да, живешь, да? Хвосты всякие. А их можно сталкером тюхать. Если встретим. Так. Ладно, народ. Ну, побежали. Удачной охоты, сталкер. Тебе чего надо? Нет, стоит, молчит. Хорошо, я не понял. Идут, а? Ты хотел что, нет? Так они по 2000, правильно? Слушай, хорошо, у меня дел по горло. Говори давай. О, народ-то возвращается. Чмошник, это ты там был, нет? Так, все-таки тяжеловастый, да, чуть-чуть? Ходит сволочь. Вот почему ему выброс хоть бы хны? Свои. Блин, как так проходить мимо аномалии? Убасит. Кого вы там целите? Идите вы в задницу, два мудака. Три мудака. Оружие опусти, мужик. Ох ты. Идиоты после выброса, ну, хотели дать артефактов каких нарубать. Там хрен бы там, да? Теперь мимо военных пройдем, нет? По идее должны пропустить, вот только что они за это потребуют. Вот в чем дело, мне интересно просто. Если подпустят вообще. Потому что могут и палить начать. А я через радиоактивную эту лезть и не хочу. Сколько вас там? Пятеро, по идее шестеро. Выстрелов со снайперки должно хватить. 500 денег, да? Ладно, так мы сейчас ему еще что-нибудь продадим.
Волтер. Руки зомби. Короче, все вот это барахло натовское. Никому нафиг не нужное. Ух ты, да где можно... Блин, долго жду. Сюда оружие стащить потом. Ладно, встретимся еще. Сколько можно ждать? Ты что, зря приходил, что ли? Ага, сейчас. Кого-то стреляют. Подходи, пообщаемся! Черт, сколько можно ждать? Вот я здесь вечно стоять не буду. Можно и поторговать потом. Давай быстрее. И берут недорого. Пришел сталкер из глубокого рейда, лесом кольчет. Ему, видимо, худо пришлось. Просит о помощи. Он на хвосте каких-то тварей притащил. Говорит, что долго не продержится. Ну, он, блин, на самом деле... Все зачистили. Успеем до него добраться. Оружие убрал. Это ж Клондайк. Оружие убрал. Да иди ты в задницу. Оружие убрал. Ну нет же здесь ни хрена, нафига такие выдавать эти самые. Напугали сволочи. Так. Ладно, военным продадим. Продадим военным, чтобы не стаскать с тобой всякое лобудение. Такие головы. Лай! Вот отвлекся. Тут еще аптечку на тебя сейчас тратить. Все равно ж тебя прибьют. Где-то рядом стреляет. Ну и чё? Блин, опять управление сбросило. Как бы здесь меня хорошо справляется. Так. Опять управление. Да что было, а? Так. Карта. Ты ж хорыка упасить-то, дебил. За наградой. Это понятно. Ну и что дальше, Лис? Ладно, ты как хочешь. Я попробую с военными договориться. Что там у них? А, ты с ними, что ли, повздорил? Так это не ко мне.
Харе, мы уже один раз с военными связались. Эй, ушли все. Вот мудачье. Ладно, кому-то там сдадим. Там, по-моему, еще в конце кто-то сидеть должен. Пойдемте, что ли, тогда. Так. Барахла с собой таскаем. Барахла дорогого. Ладно, разбирайтесь сами без меня. Я пошел. Какие крики страшные. Кто там так? Ну понятно, собаки воют, а кто-то орёт. Артефакт. Помню, в каком-то дополнении здесь зомбаков было на дороге-то хренище. Так. Вроде собака. А может и зомби ходит далеко. Вроде зомби. Что-то мы нашли. Кровь камня. Так, темновато уже. Надо бы утра дождаться. В той этой. Надеюсь, не вылетит. Недоваренный. Там где-то трупик лежит, но ходить туда, по-моему, опасно. Там аномалиев. Всяких разных. Собаки пофиг. Нет, кстати, аномалий не видать. Да и ничего такого ценного-то у него. Убегает, нет? Стоять! Все. Очистили дорогу. Надолго ли? Так. Ладно, уходим. Нефиг нам тут сидеть. Просиживать. Если там кто-нибудь нет. Бандюки какие-то. Они меня заметили уже, что ли? Опа-на, гребаная крада. Так. О. Пошла, родимая. Блин,
чем-то летела. Так. Ну выйди, выйди сюда. Блин, ветром еще шатает. Ой, блин, котяра где-то. Патронов жалко. Где мы еще таких добудем? На базу военных нападать, что ли? Ради этого. Что, на радаре не светится, да? ПДАшку свою скинул, что ли? Да что где? Не хотит. Так, ну на этом, наверное, давайте закончим. Дальше мы пойдем в следующей серии. Посмотрим сейчас, что еще здесь есть. Ни хрена. Так, ну ладно. Всем пока. Увидимся. В следующей серии.